Детские игровые площадки – это излюбленное место отдыха для детей и их родителей. Но, к сожалению, такое времяпрепровождение не всегда оканчивается улыбкой. Часто дети на них получают серьезные травмы. Горки, качели и различные конструкции – заманчивый набор развлечений для детей любого возраста. Чтобы кульбиты не оканчивались разбитыми коленками и слезами, на центральной площади Десногорска в скором времени построят новый аттракцион. Совсем скоро на этом месте появится современная, комфортная и безопасная игровая площадка. Работы начинаются прямо сейчас. Новый детский городок заменит устаревшую и изношенную конструкцию, которую демонтировали перед проведением строительных работ. Надежность соединений, отсутствие острых углов и резиновое покрытие на земле – отличительные особенности нового игрового комплекса. Сейчас современный стандарт для игрового оборудования прежде всего предусматривает безопасность для детей и вообще людей, находящихся на его территории. Выбор развлечений в игровом городке будет обширный. На 600 квадратных метрах разместят два игровых комплекса, качели, горки, балансир и песочницы. При этом фирма-изготовитель – одна из лидеров своей отрасли, и площадка имеет все стандарты качества. Строительство городка – это очередной этап в рамках проекта «Любимый город». В этой программе работы проводятся на фонтане, городской эстраде и детской площадке. Финансирование проекта проходит силами концерна «Росэнергоатом» и областного бюджета. Но долго ли площадка будет радовать в полной мере жителей Десногорска? Часто это зависит от них самих. Сегодня нормально, с утра к вечеру уже что-то подломали. Или, значит, наоборот, вечером нормально, а утром уже смотришь, то сломали качели, то еще что-нибудь. Завершить монтаж конструкции планируется к концу июня. Олег Соловьев, Виталий Степанов, Светлана Разганова, Десна ТВ.